Алло, привет. От боков точно. Ну, боты могут ушатать. Да, шестая броня, не вижу смысла. Мне можно пятую просто бить, чтобы от ботов не заходил, и все. Может, даже четвертую. Ну, как-то я в четвертой броне, меня бот просто хочет на МДР. Пошли. Я еще купил потом на фазинский, у меня вот сюда был на чате. Ну, это было весёлое у меня. Потому что я до этого выбил выход, если бы вздохнул со спинка. Ну, дал ему два хэдшота, игра у меня предлагала, конечно же. Интернет, точнее. А, ты работаешь. Не бот, что ли? Кто топает справа? Еще один бот? На горе, походу, типа. Справа кто-то топнул, здесь бота не вижу. Аккуратно. Странно как-то. Ну, можно найти бомбу на убежище, залутать. Да, наверное, что-то толковое будет. Третья шляма, жареная еда и еще один кейс. Уф, мосинка на 30 тысяч, рукоятка, сырье. Это поворот. Эта карточка стоит 100 тысяч. Сама по себе на черном рынке 400. Я не покупал, но столько стоит, она-то выбита. Я бы в жизни такую карточку не купил. Чтоб ты понимал, мне в бомбу бежишь, ни разу ничего не падал. Типы? Смотрю. Можешь убрать, нет? Блин, я помню, как здесь зацепиться нужно прям... Прыгать не нужно. Нужно каким-то образом, короче, с края стоять и прям нажать на прыжок, он сам зацепится. Здесь он где-то плюс-минус я зацепил. Вот буквально в прошлой катке. Я тебе помог. Не, я нафиг надо. Следующий, ты уже цепишься.
Ну, правах вроде бы там никого нет. Один не там, тихо. Две ноги. Ну, конечно, не разбираю. Я падаю вниз. Минус ножка. Понял, где он был. Я убил. Мы добился. Вернулся ножичек. Четвертая броня. Вернулся плюс-минус, но не перевел на бой. Ну там вот, короче, он переспавнулся, он там очень помню. Ну, ПДР будет. Я просто проверю. Если что, я впервые за все свое время держу МС-1, потому что мне это винтовка с моей. Я думал, да, примерно пару дней назад я узнал то, что МС-1 это полуавтоматическая винтовка. Думал, это как 10 снайпер. А потом подумал, что это такая типа мормонская. Ну, может... Залез наверх. Жду этого гения. У тебя ножик есть? Вот это стреляет. Ну, как же его понять? Ну, короче, походу, либо снизу открыть, либо сверху. Там бот загрелся на них стрелять. По смотровой. Пойдем к ним или дождемся? Не видим. Вот лично не загрелся. Пух-пух там за дорогой. Нормальненько перелом. Упал буквально за 6 метров. Это... Это бот так фигарит. Похоже, что да. Да, это бот. Смотрю. Может, не брать, нет? Хорошо. А, понял. Я там, да? Почти без листа, чуть-чуть агро. Агро. Сейчас закину себе. Вижу, вижу, вижу. Перебегает на 210 градусов. Убил одного. Вот, понял. Один у меня тут. Убит. Топает лево у меня. Дал 20 секунд, а один не прошел второй. Задержка серверов меня подпала. Ой, братанчик. У него хорошечно. Вот, хорошо, он молодец. Он так хорошо кинутан. У меня прилип. Забрал у него ВСС-ку, и 10 прижал. До этого там было. Да, это пускай. Поехали? У меня нету ножичка. Я рожу всем. Ну, была ВСС-очка и АК-шечка на 180 тысяч.
К-74М. Чисто просто зажать его в руке. И при этом у него максимальная прокачка вроде бы на точность, как можно, прям. Мне позвонили. О боги. Что происходит? Что произошло? Я стояла, пока вообще ничего не мог сделать, мне просто позвонили. Мне просто отрубает интернет. Подожди. Ух, ё-моё, как у меня лагает. Понял. Марик. Не, не попаду по нему. Не смогу на таком расстоянии фигарить, да живи, живи. Вижу, за деревом с ним, да. Ноги сломал. Можешь кинуть метку? Что-то его не могу найти. Своими глазками. Иду. Блин, что здесь? Че проводил? Нет. Да, иду. Иду, иду, иду. Понял. Гашу чертя гранатами. Ужик. Одна полетела. Вторая полетела. Допустим. Да нет, могло бы там где. Его здесь нету. Я не вижу. По идее, где-то крысит. Походу вниз ушел куда-то. Влево. Подожди, мне бейсбол прекратил действовать, у него патроны пиздец сломали. Не-не-не, мне просто... Ладно, я уже забрал, забей. Я просто обезболивающий, наверное. Вот себе. Такс. Где же он приникался? Походу, что-то туда на дрон. Хочу его убить, он мне ноги поломал в броне. Он же негодяй. Надо наказать. Ранее, ты не ремонтировал. Понял. Если убьешь, молодец. Я обхожу. Слева смотрю. Вижу. Ну ничего ему не сделал, кинул гранату, который еще слева. Они оба живы. Один, короче, за грузовиком вот эти. Он вроде бы жив. Сидел тут оно. Думаю, как я запомнил, как я тут сделал. На реакции такой вжик развернулся и зажал на полное лицо. Было хороший парень, который ломал его. Просто. Не 600 тысяч. Ну, 590.
туда, Джерри. Я к тебе. Кстати, Джонни, короче, вы после катки немного поговорим, разменяемся. Я хотел такое попробовать по поводу байер. Я хотел, скажу пару вопросов. А после вайпа же, типа, полностью все обнуляется, и персонажу же надо будет новый, типа, ник менять, создавать, да? А после вайпа мы как тогда, как я тогда сдружусь со своими старыми друзьями? Никак? Понятно. Весело. Думаю, конечно, пару людей есть. Я его убью. А, это не бот, я думал, это бот. Я еще такой бегу, смотрю, типа на него такой ВПш. Два бота и Джонни, а это не бот. А за что? Есть жетончик? Да? Нет? Нету? Что? Не для меня имеется в виду, для себя. У меня есть-то. Thank you.